Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 760. Как вы мыслите православное миссионерство среди протестантских деноминаций, признающих учение о Святой Троице? Какие цели надо ставить перед собой? Можно ли надеяться на их полный переход? А может быть реальнее надеяться на совместные действия, находясь каждый на своем месте? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Признающим учение о Святой Троице нужно главное – истинное рукоположение. Свой законный епископат, который они могли бы получить под определенным условием никогда не хулить православную веру. Но в миссионерстве всегда преобладало полное подавление противника, безоговорочная его капитуляция, и на меньшее никто никогда не соглашался. Некоторое послабление было только во времена Василия Великого по отношению к донатистам, когда принимали их целыми областями вместе с епископами. Думаю, что этот процесс в России не пойдет. Слишком в нетерпимом духе воспитывается молодое поколение. Недавно наш брат в трамвае заметил скромно одетых юношей и девушек и попытался с ними заговорить о Священном Писании. Их молодые спутники-баптисты сразу же воскресились. Не смейте беседовать, это лапкинцы. Такой же тьме невежества содержатся и православные, и старообрядцы. Ни на какие беседы не идут. Каждый квасится в своей бочке. Эти засохшие бычьи шкуры трудно разминать, как один из героев старообрядцев говорил. Мы умеем только судить друг друга и бить поклоны по ременным листовкам. Если бы только вообразить, что началось пробуждение в православии, истинное возрождение на основании проповеди, как было в Первоапостольской церкви. Римлянам, 11 глава, 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Вот это слово я отношу к баптистской молодежи. И здесь у меня есть что сказать. Надежда не постыжает, можно надеяться, но основания под этим отсутствует пока.